С иском суд на своего прямого командира обратился сержант воинской части 2020. Во время командировки на границу сержант пожелал устроить себе выходной день с увольнительной. Командир его не отпустил, не положено по уставу. Он за то, что, ну скажем, майор М не отпустил его на выходной день, в нужное для него время, он на него пишет, обращается в суд с частным обвинением о привлечении его к уголовной ответственности за оскорбление. Оскорбление состояло в том, что офицеры вечером ужинают у себя в офицерском столовой. Заходит он где-то в районе 9 часов, говорит: товарищ майор, отпустите меня, говорит, увольнением. Говорит: дорогой, как я тебя отпущу, если ты находишься в командировке? Ты свой выходной должен был решить в Сарагаче, а они находятся как раз на границе и обеспечивают вот эту вот надежность, сохранность границы, проверяют колючую проволоку, там оборудование проверяют, правильно стоит, работает, не работает, потом полосу вот эту проверяют. Сержант отказа не понял и принялся выяснять отношения. Слово за слово, и майор приказывает сержанту служить дальше безо всякой увольнительной. При этом, по утверждению истца, командир использовал неуставные выражения. Сержант обратился в суд. Там и предстояло выяснить, употреблял ли майор ненормативную лексику и имел ли право сержант проситься в увольнительную, будучи в боевом наряде. Но мы выясняем, что он сказал в суде, устанавливаем, что он говорит, он сказал вот это слово. Ну, я потом допрашиваю командира, что вы сказали. Он говорит: не говорил. Вот ситуация такая. Я говорю: а вы знали, что вы находитесь в командировке? Он говорит, потом подчиненному: да, знал. А вы имели право отпрашиваться с командировки? Нет, не имел. А зачем вы пошли отпрашиваться? У меня, говорит, был один день выходной, я его не использовал. Вот его аргументы. Суд полностью оправдал ответчика. Сержант и майор продолжают бок о бок нести воинскую службу. Данил Шамратов, Марат Давлетов, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании ОТРАР.